Здравствуйте, это группа компании «Проектор», и меня зовут Евгений. Сегодня у нас на обзоре проектор от компании «Аптома», «Аптома ML750E». Чем интересен этот проектор? В первую очередь, конечно, своими компактными размерами. Вмещается на ладошке, весит 400 граммов, при этом имея богатый функционал. Показывает в HD-качестве, имеет возможность подключение флешки, SD-карты, компьютера, ну и, конечно, мобильность. Переносится в небольшой компактной сумке. Проектор светодиодный, то есть в нем нет лампы, он работает от светодиодов. Компания «Аптома» характеризует эту модельку как надежную, долговечную, качественную, с хорошей картинкой. Давайте ознакомимся с этим проектором поближе. Посмотрим, что входит в комплектацию и как же, наконец, эта моделька показывает. Давайте откроем упаковку и посмотрим комплектацию и внешний вид этого проектора. Краткое руководство и документация. Так, затем вот такая красивая сумочка, в которой находится сам проектор и кабели. Проектор относится к разряду из категории так называемых пикопроекторов. Подразумевает под собой небольшой компактный размер. Так, ну вот непосредственно сам проектор. Пока уберем его в сторону. Так, в комплектацию также входит пульт дистанционного управления, кабель питания, сетевой адаптер, универсальный переходной 24-контактный кабель для подключения к разъему VGA аудио. Ну и вот такая вот красивая, хорошая сумочка для мобильной переноски. Очень удобно, поездки супер. Так, давайте рассмотрим сам проектор. Весит, как я уже говорил, 400 граммов и умещается на ладошке. Вот такой вот красавец. Вот он, маленький, красивенький. Вот так вот выглядит. Итак, давайте ознакомимся с внешним видом данного проектора. На передней панели объектив, кольцо фокусировки. Вот здесь располагается панель управления, включение-выключение проектора, регулировка трапециевидальных искажений. Также можно попасть в меню. Так. На задней панели гнездо для карты памяти microSD, разъем USB типа A, HDMI разъем. Вот сюда подключается питание на 220. Это универсальный разъем ввода-вывода. Также в проекторе имеется встроенный динамик. Так, теперь давайте вкратце по его техническим характеристикам. Значит, разрешение 1280 на 800, яркость 700 люменов, причем люменов светодиодных LED.
Контрастность 15 тысяч к одному. Так, ну, размеры 105 на 106 на 39 миллиметров. 10 на 10 сантиметров, высота получается 4 сантиметра. Форматы совместимые, собственный формат 16 на 10 и совместим с форматами 16 на 9 и 4 к 3. Размер экрана, ну вот по техническим характеристикам можно получить по диагонали до 2,5 метров. Поддержка 3D. Возможность 3D проецирования, рассчитанной на 3D, совместимый контент. Стандартные приложения, включая образовательные 3D модули, специализированные программы для дизайна и моделирования. Уровень шума 30 дБ. Беспроводное подключение, как опция, да, есть возможность беспроводного подключения. Гарантия 2 года. Также имеется встроенный медиаплеер, внутренняя память объемом 1,5 гигабайта. Ну, LED-источник света, презентация без компьютера. Компактный и легкий LED-проектор. Идеальный проектор для игр, просмотра кинофильмов и презентации без компьютера. Подключение к мобильным устройствам, порт HDMI, встроенный динамик, встроенный медиаплеер, опционное беспроводное подключение. Компактный корпус, вес 400 граммов. Представляем абсолютно новый ML750E, ультракомпактный портативный светодиодный LED-проектор для дома и офиса. Максимальное удобство переноски, вес менее 400 грамм, удобная сумка в комплекте. Моментальное воспроизведение деловых презентаций, кинофильмов в формате HD. Отличное решение для видеоигр. Полнофункциональный проектор ML750 оборудован встроенным динамиком. Оригинальный медиаплеер предназначен для просмотра файлов MS Office. Презентация без подключения к компьютеру с внутренней памяти проектора – карты microSD или накопителя, поддержка мобильного интерфейса, игровые приложения на большом экране, демонстрация деловых файлов, фотографии, видеоматериалы и прослушивание музыкальных композиций. Новейшая технология LED, не использующая лампу, отличается исключительной точностью цветопередачи.